похер на это все. Коротко о том, как я себя чувствую. Жизнь говно, на самом деле. Все, что я хочу, это спать. Спать. И опять спать. Все. Вот это моих четыре моих основных желаний в жизни. А если по матчу, на самом деле матч непростой. Это целый стрелковый марафон. Все-таки, как я и говорил ранее, 221 выстрел – это, наверное, самый большой матч в черте Украины за последние годы. Потому даже пройти его без дисквалификации для многих стрелков, для многих участников является уже определенным достижением. Ну а победить сильнейший. Мы подходим к финальному этапу наших соревнований. В течение ближайших полутора часа-двух мы подведем итоги, выясним, кто же все-таки победил. Победил, как понятно, победил сильнейший. Блядь, это нормально, сука? Подходит к завершающему этапу наши соревнования, наши три стрелковых дня. Позади, практически позади, еще в течение часа, может быть, часа 20 заканчивается наше мероприятие. Позади огромное мероприятие, огромный пласт работы. Пласт работы не только организаторов, судей, хелперов, но и самих стрелков. И как бы мы уже подходим к тому моменту, когда за чертой уже станет понятно, кто же все-таки победил. Победил, разумеется, сильнейший. И вот в этом этапе уже нам приходит на помощь главный партнер и главный спонсор наших соревнований — компания «ProStvol», потому что она подготовила, ну, очень интересные подарки для участников. Кстати, нельзя обойти вниманием и остальных спонсоров наших мероприятий. А это все делается только ради того, чтобы еще больше развить стремление к победе, еще больше желать, хотеть и пробовать выиграть этот серьезнейший матч. По праву и по признанию очень многих стрелков, по праву его можно назвать самым мощным, самым серьезным и ярким соревнованием последних лет в нашей стране. Охуенно сказал, как боженька. Мы хотели подарить вот эту 1000 патронов за первое, второе, третье место, расписав их на всех. Но решили, хуй вам, а не патроны. Патроны остаются у нас. А вам первое, второе и третье. Это нога. Держу. Держи.
Это был Игорь Бондарь. Если кто-то его не знает, он же Каяба. Да, я тебя найду, сука. Подписывайтесь на канал Каяба ТСА, чтобы ничего не пропустить. Вас ждет огромное количество очень интересных обзоров и всякой другой оружейной дичи.